Как убедиться в исправности автоматической коробки передач при первичном осмотре автомобиля? Крайне желательно, чтобы машина была холодная. На прогретую многие симптомы начинающихся неисправности АКПП могут быть смазанными. Если у автомобиля есть щуп АКПП, крайне желательно посмотреть состояние самого масла. Масло в автомате не должно быть слишком темным, вязким и не должно иметь запаха гари, а тем более вкраплений абразива. После того, как двигатель чуть-чуть прогреется и обороты упадут до района холостых, попробуйте пощелкать селектор коробки через все положения. Включение должно происходить без видимых задержек, и при этом оно может сопровождаться только легким толчком, но никак не ударом. Ну а в рамках тест-драйва постарайтесь проделать следующее упражнение. При прямолинейном движении на скорости резко отпустите педаль газа, а потом нажмите в пол. Коробка должна отреагировать без ударов и пробуксовок. То же самое касается разгона после активного торможения рабочими тормозами.